Всех приветствую! Сегодня снимаю видео коротенькое про штатив. Кто-то в комментариях спрашивал, чтобы я показал, какой у меня штатив самодельный. Вот показываю. Я его сварил из того, что было. Ножки сварил из прутка 12-го таким вот образом, чтобы они жестко стояли. У меня вообще был раньше пруток вот такой вот сверху, но он вибрировал, то есть колебания были. Вот эта труба нормальная, то есть не надо ее там успокаивать, держать, чтобы она не колебалась. Вот так вот. Также вот такая вот трубка внутри обточил напильником, там, потому что когда труба соединяется, есть шов, сюда он не налезает. Сейчас вот отлично. Просверлил отверстие, приварил гайки, таким вот образом болты. Все, как говорится, по-быстрому сделал, особо не заботился об эстетике. Единственное, что вот этот болт М6 нашел я. Раньше девяточные бампера с боков крепились креплениями на такие вот болтики, на сухари. Вот, не знаю, сейчас продаются такие или нет. Тут необычная резьба, как видим, она более крупная. Именно под штатив идет, под камеру, под лазерный нивелир. Там вот такая вот резьба. Ну, в любом случае, болтики я отыскал, приварил. И теперь у меня все отлично вот так вот ездит. В любых плоскостях фиксируется. Вот эта вещь подобным образом. Вот. Может так неказисто все выглядит, но функцию свою выполняет. То есть по мне так отличный стационарный штатив получился под нивелир и под видеокамеру. Конечно, с собой куда-то его таскать ни с руки, ни в машину никуда он не влезет. Вот чисто стационарный. Вместо этих ножек можно на любую площадку приварить. Потом, когда я приваривал ножки вот эти, либо будете приваривать еще трубу на площадку. То есть я восстанавливал по лазерному нивелиру, чтобы он так вот у меня ровненько стоит, чтобы спокойно можно лазерный нивелир было поставить, и он работал. Вот такой вот у меня штатив. На этом на сегодня все. Всем удачи, всем пока.